настал. Последние секунды второго периода. Островский быстро на Родриго. Родриго! 6-1. Иногда просто диву даешься его пластичности, как он это делает, не до конца понятно даже. По каким-то физическим, антропометрическим данным кажется, что он, ну, не может вот такие движения совершать, а он исполняет и исполняет. Голевая передача Островского, и как здорово второе касание предпринял Родриго. Первым обработал, ушел от защитника и незаметно внешней стороной в дальний угол.